Юбилейный концерт «Автопортрет» Владимира Спивакова состоялся в столице. Выдающийся скрипач, дирижер и меценат отметил свое 75-летие в кругу друзей, коллег и поклонников. На сцене в этот вечер выступили звезды театра и кино, известный музыкант, а особое место занял Национальный филармонический оркестр, художественным руководителем которого является Спиваков. Это вообще удивительный человек. Я не понимаю, как хватает его в каждой мелочи. Вот он внимателен каждому из нас, каждому музыканту, каждому артисту, просто каждому человеку, который оказывается рядом с ним. Внимательно он помнит, что ему нравится, что он любит, какие запахи, я не знаю, какую литературу, какую музыку. Разговаривать с ним – это какое-то бесконечное удовольствие. Музыкальный вечер дополнила выставка работ фотографа Юрия Роста, который запечатлел маэстро во время гастролей и домашних выступлений.